22 мудрые мысли из книг. Для чтения всякий день хорош. Из книги «Быть книголюбом». Все, что мы считаем ошибкой, на самом деле подарок для нас. Из книги «Это мой день». Мы не должны стыдиться признавать свои ошибки. Они означают только одно. Сегодня мы мудрее, чем были вчера. Александр Поуп, английский поэт, из книги «Не мешай себе жить». Немного здравого смысла, немного терпимости, немного чувства юмора, и можно очень уютно устроиться на этой планете. Сомерсет Маэм, из книги «Малый уголок». Одна из самых больших трудностей жизни – произносить слово «нет», из книги «Стоицизм на каждый день». Нам требуется одинаковое количество времени как на важную работу, так и на незначительные мелочи. Но огромное чувство гордости и радости приходит только после завершения чего-то ценного и значимого. Из книги «Выйди из зоны комфорта» для школьников и студентов. Откуда вы знаете? Этот вопрос стоит почаще задавать и себе, и окружающим. Его сила в прямоте. В нем нет осуждения. Это лишь выражение сомнений и интереса. Из книги «Подумайте еще раз». Когда стратегия настолько сложна, что каждый шаг равносилен толканию валуна в гору, стоит взять паузу и посмотреть на проблему под другим углом. А потом спросить себя, какой самый легкий способ достичь результата, из книги «Без усилий». Что хочешь помнить, то всегда помнишь. Рэй Брэдбери, из книги «Вино из одуванчиков». В каждом из нас гораздо больше атомов, чем звезд в видимой Вселенной. А мозг содержит примерно столько нейронов, сколько звезд в нашей галактике. Вселенная внутри нас не менее велика, чем Вселенная вовне, из книги «Основы реальности». Стоит осознать, что стена всего лишь метафора, как она превратится в дверь, из книги «В поиске идей». Наши идентичности – открытые системы, как и наши жизни. Мы не обязаны держаться за старые представления о том, куда идти и что делать. Простейший способ переосмыслить свою жизнь – начать задумываться о том, что мы делаем каждый день. Из книги «Подумайте еще раз». Иногда легкий путь самый правильный. Из книги «Не мешай себе жить». Жизни не обязательно быть такой сложной и запутанной, какой мы ее подчас делаем. Какие бы трудности, невзгоды и преграды ни вставали у нас на пути, всегда можно поискать дорогу проще и легче, из книги «Без усилий». Долгосрочные перемены не приходят сами по себе. Они начинаются, когда мы готовы проявить свои лучшие качества в самых сложных отношениях. Из книги «Управление тревогой». Свобода и любовь заключаются в том, чтобы верить в себя таких, какие мы есть. Из книги «Дар». Попытка – это всегда лучшее, что можно предпринять. Из книги «Проект средний палец». Переживания хорошие и плохие драгоценны. С ними ты обретаешь мудрость и взрослеешь. Из книги «Дыши. Как стать смелее».
Солнце встает и садится в твоей голове. Из книги «Жизнь – это подарок».Все, кто чего-то добился, в свое время попрощались с собой прежними. Они увидели в себе что-то новое и убедили себя, что все возможно. Из книги «Гибкая личность». Чтобы открыть новые части света, нужно иметь смелость потерять из виду старые берега. Из книги «Не мешай себе жить». Счастье жить сейчас, использовать момент, вдохнуть жизнь полной грудью, не пытаться выпить жизнь залпом, а смаковать тот глоток, который нужен именно сейчас, из книги «Мышление как инструмент».